видит и кто готов приступить к началу занятий. Видно, слышно, спасибо большое. А кто-то из участников уже на месте? Ага, вижу плюсик от Дениса. А, ну окей, по всей видимости, у нас народ еще спешит по рабочим пробкам и будет подходить по мере готовности. Хорошо, давайте я немножечко кратко расскажу по той теме, о которой мы сегодня с вами будем говорить, и дам обзор по тем основным тезисам, которые мы с вами сегодня затронем. Тема занятия называется «Тайны, регенерация, все тайны». Я назвала эту тему не просто так, потому что год назад или два года назад, когда я читала курсы на других образовательных площадках, была история, когда регенерация была более систематизированы и более упрощенные по своему смыслу. То есть не нужно было придумывать многоканальные стратегии, не нужно было использовать стандартные инструменты и нестандартными методами. Даже, наверное, не два, а года 3-4 назад, когда стандартный интернет-маркетинг работал по более простым законам. Сейчас эта история немножечко изменилась. Сейчас история с простым маркетингом, просто запустить контекст, не работает. Нужно четко понимать, какая стратегия и какие метрики качества работы тех инструментов, с которыми вы работаете. Именно поэтому сегодня мы с вами поговорим комплексно про это направление, именно поэтому мы сегодня с вами поговорим комплексно о том, что такое лидогенерация, как это использовать и в какой стратегии, в каком контексте это требуется для проекта. И в итоге подведем с вами черту под нашей лекцией о том, какие системы KPI и отчетности с точки зрения выбранных каналов лидогенерации вам необходимо использовать, чтобы контролировать и эффективно управлять вашей стратегией. Итак, давайте более детально поговорим о том, какие же тезисы сегодня будут на нашем занятии. Во-первых, что такое лидогенерация? Какая стратегия необходима для того, чтобы каналы, с которыми вы работаете, были в едином целом организме? Какие вопросы вам необходимо задавать до запуска ваших рекламных кампаний? Какие вопросы, в принципе, необходимо задавать, чтобы разработать эту самую стратегию и эффективно ее управлять? Какие основные модели оплаты привлечения пользователей есть сейчас? Я расскажу о своих практических кейсах, расскажу о своих наработанных, скажем так, каких-то примерах, как использовать стандартные каналы, как использовать нестандартные каналы, как считать пользователей, как считать пользователей из тех каналов, по которым их нельзя считать, казалось бы. Все вот эти вот фишки, все эти методы работы мы сегодня с вами рассмотрим в ходе нашей лекции. Моделирование трафика, стоимость заказа для интернет-магазина, для любого интернет-проекта, для, в принципе, любого интернет-проекта в целом, да, если мы говорим комплексно, будь то B2B-сайт и так далее, и так далее, и так далее. Системы KPI и отчетности для маркетинга. Каким образом выстраивать эту систему, какие отчеты вам будут нужны и на какие точки нужно обращать внимание. Что такое лидогенерация, стратегия? Давайте начнем с моего любимого вопроса, который я всегда задаю любой аудитории, когда мы начинаем занятие. А напишите мне, пожалуйста, кто из тех, кто присутствует на занятии, хоть раз пробовал самостоятельно запускать или разрабатывать какие-то активности в интернете. Может быть, у кого-то был опыт запуска контекстной рекламы, может быть, кто-то разбирается в SEO-продвижении. Вот кто хоть раз запускал какой-либо канал, либо какой-либо проект именно с точки зрения каналов в интернете? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ага, то есть я вижу, что люди у нас уже активничали в этом направлении. Отлично. Расскажу такую простую вещь с точки зрения запуска, эффективного запуска любого канала. Покупки в онлайне и в офлайне очень сильно отличаются, с точки зрения механики. Покупки в офлайне – это иногда другая целевая аудитория. Покупки в офлайне – это часто бывает спонтанная покупка, часто бывает необдуманная покупка, часто бывает покупка, которая не сравнивается с конкурентами.
на той витрине, которая с точки зрения интернета позволяет осуществить там любой интернет-магазин. И когда вы начинаете вообще, в принципе, стратегию, когда вы начинаете лепку своего проекта, первое, что вам необходимо сделать, это ответить на правила 4W. Первое, кому вы продаете? Кто ваша целевая аудитория именно с точки зрения интернет-площадки? Сколько лет вашей целевой аудитории? Какие метрики уже есть пользовательские у тех посетителей вашего сайта, которые к вам приходят? Какой анализ покупателей в разрезе там 1С системы или системы учета любых заказов? Какие географические данные? Где вообще ваши пользователи бывают? Чем они интересуются? Какой статус семейного положения? И так далее, и так далее, и так далее. Полное описание, сегментирование с точки зрения интернета вашей целевой аудитории позволяет вам очень точно таргетировать, настраивать, направлять ваши рекламные каналы, чтобы 100% попасть в цель и получить максимальную отдачу от ваших рекламных площадок. Что вы продаете? Сформулируйте для себя описание вашего продукта. Очень часто по опыту работы с многими там крупными компаниями, у которых действительно очень классные продукты в офлайне, но момент выхода в онлайн заканчивается вопросом, а что мы в итоге продаем? А что мы действительно в итоге можем продавать с помощью интернет-инструментов? Что можно переложить из нашего опыта на продажу на витринах в онлайне с помощью диджитал, да? Какой продукт вы несете, какую ценность вы несете, какое УТП вашего продукта для вашей целевой аудитории. Почему очень часто бывает, что рекламные каналы в Пинтексте, рекламные каналы, там, не знаю, в Таргете, на социальных площадках, заголовки в e-mail маркетинге и так далее не приносят результата. Что происходит, когда вы, собственно, запускаете свою рекламную кампанию и не отвечаете хотя бы на первые два вопроса? Первое. Размазывается таргет, то есть направление вашей деятельности рекламной кампании, оно получается без фокуса. Вы не понимаете, какие настройки, какие ценности для вашей целевой аудитории несет ваш продукт и на что нужно бить. Это вызывает, низкую конверсию, и, б, вызывает затраты, которые ваша компания может списать себе в убытки, потому что вы неэффективно провели рекламную кампанию. Поэтому, когда я по опыту планирую любую стратегию, прежде чем я раскладываю продвижение на определенные каналы, там контекст, таргет в социальных сетях, e-mail рассылки, там SEO и так далее, я пишу матрицу вот этих четырех вопросов. Кто моя целевая аудитория? Делаю полностью изучение средств в интернет-пространстве с помощью определенных инструментов. Отвечаю на вопрос, какой продукт мы продаем, какие плюсы этого продукта, какие минусы этого продукта, на какие особенности стоит обратить внимание с точки зрения рекламной кампании. Потому что у меня на самом деле был опыт, когда продавали через интернет изделий индивидуального медицинского назначения, то есть там ингаляторы, небулайзеры, а производитель очень крупный, японский. И была линейка детских ингаляторов, которые вот когда ребенок заболевает, он в него дышит, и там происходит оздоровительный процесс. Так, пока я сама не вникла в суть процесса, почему у меня не конвертируют объявление ингалятора для малышей, у меня вот стабильно были плохие результаты именно по этой рекламной кампании. Оказалось, дело вот в чем. Размерный ряд именно у этого производителя, именно у этой модели был сдвинут. То есть самые маленькие дети, которые могли бы им начинать пользоваться, это в среднем 10-12 лет. И получается, что мои заголовки и мои таргеты там на женскую аудиторию, на женские форумы и так далее с детьми более младшего поколения, они просто-напросто не работали. Я до конца, по сути, не представила свой продукт, что же мы продаем, какие ценности необходимо вынести вот в рамки рекламной кампании. Это нужно учитывать, и это нужно необходимо запускать и разрабатывать с самого начала вот, при планировании самого проекта. Когда мы продаем? Учитывайте, что у любого продукта, безусловно, вы знаете, да, в интернете тоже есть сезонность. Что касается сезонности в онлайне и в офлайне, она не пересекает. Нет, безусловно, если вы будете продавать санки или если вы будете продавать там уги, например, зимние, да, вот грубо говоря, летом эту продукцию покупать не будут. Или, безусловно, если вы продаете какие-то услуги банковские, связанные со страхованием, ну там travel-услуги, да, страхование какое-то, то в периоды, когда низкий сезон путешествий, у вас не будет взрыва покупательской активности. Но очень часто часто бывает, что имея большие витрины услуг или товаров,
У компании происходит замещение сезонностью продуктов. И вы эту сезонность общую по проекту не видите. Учитывайте эти моменты. Учитывайте, что есть такие инструменты, как Яндекс Wordstat, чтобы понять вообще объем спроса по каждому направлению в течение там, в разрезе прошлого года в сравнении с этим. Учитывайте, что у вас есть накопленная статистика в Яндекс.Метрике, в Google Analytics. То есть это все то, что вы можете использовать, чтобы спрогнозировать, когда будет потенциальный рост, в какой момент вы сможете запустить дополнительные рекламные ресурсы и к какому моменту, с точки зрения высокого сезона, ваша компания должна быть готова для обработки уже после получения заявок там, всего количества поступивших заказов. И последний вопрос, который вам необходимо задать с точки зрения стратегии, это зачем вы продаете? Вы должны четко для себя ответить, на каком этапе ваш продукт облегчает жизнь или облегчает какую-то задачу вашему клиенту? На каком этапе ваш продукт решает какую-то целевую задачу? Просто это не ответ на вопрос, что вы продаете. Ответом на вопрос может быть упаковка, детальное описание ваших продуктов, которые вы продаете, упаковку этих продуктов, что идет до продажи и так далее. Но ответ, зачем вы это продаете, чтобы понять механику того, как ваш покупатель пришел к этой потребности, когда вы понимаете, каким образом ваш потенциальный клиент приходит к потребности покупки вашего продукта, вы можете заложить эту цепочку назад на два шага и понять, на каком шаге с точки зрения рекламных каналов вы можете его перехватить. Таким образом, вы сформировываете у него потребность быстрее, и покупатель быстрее принимает решение с точки зрения принятия решения совершения покупки, нежели если он будет сам смотреть, выявлять свою потребность и потом уже приходить либо к вам, либо не к вам для покупки этого продукта. Бывает история, когда вы продаете товар не первой необходимости или товар неявной необходимости. Что такое товар неявной необходимости? Это когда без вашего товара, в принципе, люди могут обойтись. Да? Ну, например, вот есть у меня две банковские карты, предположим, двух разных банков, и мне вполне достаточно. С одной там долларовой я езжу путешествовать, с другой рублевой я спокойно перемещаюсь по России и совершаю все свои покупки. У меня нет явной необходимости завести третью карту, в которой будут скидки, бонусы или что-то еще. В принципе, мне мои основные пользовательские потребности вот эти два продукта перекрывают. Но если ко мне придет вот на этом этапе, когда я вижу, что рынок растет, да, какая-то компания, и с точки зрения рекламных источников мягко начнет мне объяснять про свой продукт, грамотный, корректный, я задумаюсь, что, возможно, у меня нету столько привилегии, сколько есть в другом банке. Или мне в рублях показали, какую выгоду с тех денег, которые у меня сейчас, я буду получать в виде кэшбэка, например, да, с учетом огромного количества покупок через мою карту. Вот эти все ответы можно найти только, когда вы грамотно планируете стратегию, отвечая на правила 4W. Очень простые вопросы, которые нужно разложить с точки зрения цифр и с точки зрения опыта работы там с вашими покупателями. Давайте сделаем следующим образом. Я буду переключаться, идти по слайдам, рассказывать. В тот момент, когда будут у кого-то вопросы, вы можете их задавать. Я буду либо сразу отвечать на какой-то вопрос, если он идет по ходу, либо, соответственно, мы этот вопрос будем относить там, к перерыву, чтобы было больше времени. Стратегия отвечает за выбор целевой аудитории, еще раз закрепляем с вами, да, то, что мы проговорили. Стратегия отвечает за выбор целевой аудитории, за анализ и оценку конкурентов, потому что если вы не понимаете, что прошу прощения, если вы не понимаете, что другие продают на рынке, вам тяжело сформировать видимость собственного продукта. Вот в этот момент вы должны четко для себя ответить, что продают ваши конкуренты, а что продаете вы. И от этого, как я уже сказала раньше, раскладывайте все плюшки и бонусы вашего продукта. Ценообразование товара и услуги – это то, что нам с вами потребуется в планировании рекламных кампаний. Позиционирование товара на рынке, какую нишу вы забираете, какому сегменту вы идете, какую ценность, да, объединяя все эти моменты вместе. Выбор оптимальных каналов продвижения и расчет продвижения по основным каналам, определение границ стоимости привлечения одного клиента. Хочу обратить внимание именно вот на этот пункт, хочу я сразу его обвести, чтобы вот этот пункт был усвоен на длительное время при планировании любой рекламной кампании. Большая ошибка маркетологов бывает часто в том, что
Они запускают рекламные кампании, но не имеют должной аналитики. То есть они проявляют активность, они находят целевую аудиторию, но эта целевая аудитория является слишком дорогой с точки зрения привлечения. Вот почему мы с вами обращаем внимание на пункт номер 3 ценообразование, чтобы понимать, какая для нас максимальная стоимость привлечения клиентов, которую мы можем себе позволить. Невозможно тратить неограниченное количество денег на привлечение клиента, имея при этом там маржинальность продукта 10%. Все мы прекрасно понимаем, что любая деятельность направлена на коммерческую выгоду. Кроме показателей конверсии, которые, безусловно, должны быть высокими, вы всегда должны с точки зрения стратегии учитывать момент, что сумма привлечения клиента по каналу или суммарно не превышает лимита, который вы заложили. То есть если у вас заложен лимит с точки зрения привлечения клиента, и вы для себя это экономически рассчитали в рамках там 3000 рублей, а вы, предположим, тратите на привлечение клиента 5,5, но имеете конверсию 1,2%, да, это говорит о том, что ваша стратегия, в общем, неэффективна, и ее нужно дорабатывать. Выбор целевой аудитории, оценка конкурентов. Хочу немножечко остановиться на этом вопросе, потому что часто бывает сложность при планировании рекламной кампании понять, вот мы определились, кто наша целевая аудитория. Да? То есть мы с вами описали, что наша целевая аудитория – это, допустим, там, женщины-мужчины, такой-то возраст, такой-то геотаргетинг, такое-то семейное положение, такая-то рекламная активность. После этого вы должны четко для себя понять, какая емкость вашего рынка в интернете. Мы работаем с вами с рекламными источниками, с рекламными каналами, и у каждого рекламного канала есть своя емкость. То есть больше, чем этот рекламный канал дает там, при максимальном бюджете привлеченных клиентов, больше мы не можем выбрать, потому что емкость у него ограничена. Да? Соответственно, вы должны в плане планирования стратегии, в плане разработки вашей стратегии понять, какова емкость ваших каналов. Если мы говорим, что это канал привлечения SEO, предположим, да, продвижение в поисковых системах, то здесь максимальное релевантное количество пользователей, которые могут к вам прийти, это суммарно все запросы, которые вы продвигаете там, с количеством запросов в месяц. То есть если у вас, допустим, в продвижении 250 запросов в семантическом ядре, и у каждого там, допустим, 10 посетителей в месяц, то суммарно максимально по этому каналу вы можете привлечь всего 2500 человек. И то точно так же по каждому каналу. Другой момент, что сейчас есть площадки, в которых еще не нащупали дно рекламодателя. То есть, например, в контексте, примерно, если вы работаете в этой отрасли, вы примерно понимаете, да, сколько вы можете взять из контекста с максимальной ставкой. А вот история с таргетом в социальных сетях, она новая еще. То есть ее еще никто не проработал до конца, еще никто не знает глубину этого рекламного источника. Да, конечно же, Facebook оценивает, что вы можете с помощью там, этих настроек обеспечить видимость. Обеспечить видимость у ваших потенциальных клиентов примерно вот в таком-то количестве. Но кроме этого есть еще ряд факторов, которые складываются в формировании видимости рынка. Это там какие-то настройки таргета, это подбор целевых аудиторий более детальный, да, это изменение видимости вашего поста и так далее, и так далее, и так далее. В связи с этим вы должны понимать, что есть источники с определенным балансом, да, уже сформированного спроса рекламного рынка, есть источники, которые можно добавлять, добавлять и расширять, и таким образом получать новую целевую аудиторию. А УТП для вашего клиента и как его составлять? Ну, любимая моя картиночка, нарисованная буквально на коленке, я пользуюсь этой картинкой в презентациях уже, наверное, года три, но она очень четко отражает саму суть, саму концепцию, как составить торговое предложение для вашего клиента и трансформировать его во все каналы, с которыми вы работаете. То есть почему УТП важно? Представьте себе, что у вас такая вот многоступенчатая последовательность. То есть вот самая основная верхняя башенка, с которой вы работаете, это как раз-таки вот ответы на 4 W, про которые мы говорили раньше. Дальше, если вы начнете раскладывать все эти моменты, вы поймете, от выбора оформления рекламных каналов зависит его конверсия. То есть не надо просто, неправильно просто выбирать такой канал, как контекстная реклама, предположим, да, неправильно выбирать такой канал, как контекстная реклама и делать любые типы объявлений с любыми заголовками по своему продукту. Важно понимать,
Какой заголовок должен быть релевантным потребности вашего клиента? Где вы должны пересечь его потребность в вашем предложении? Поэтому УТП должно составлять из трех основных сегментов, которые отвечают на все вот вопросы в плане составления ваших рекламных кампаний, в плане там заголовков. Это первое, что хочет потребитель? Определите, что ему действительно нужно. Если у него не сформирован спрос на ваш продукт, сформируйте этот спрос. Например, вот тот же пример с банковской карты, да, про которую я говорила ранее. Если не сформирует спрос, что у вас огромные затраты по вашей банковской карте на покупки в различных магазинах, и вы можете получать с этого 20%, а эквивалентно в рублях так, там, не менее 20 тысяч рублей в месяц, для меня это будет уже сформированный спрос. То есть я понимаю, что в этом моменте я теряю деньги, и мой спрос эти деньги не потерять. И в этот момент продукт, который мне предлагают, будет отвечать на мою сформированную потребность. Что предлагают конкуренты? Обращайте внимание, какие заголовки, какие формулировки рекламных объявлений для убеждения ваших пользователей используют ваши конкуренты. Всегда нужно оценивать рекламный рынок с точки зрения действия конкурентов. У каждого конкурента, да, у любого конкурента вашего, у маленького или большого, есть свое видение рынка. И своим видением рынка он приходит на рекламный, на источники рекламных каналов, да, к источникам рекламных каналов. И вот здесь вы должны четко понять, какими глазами ваш покупатель видит вашего конкурента, что он видит, какие заголовки, какие точки касания. Поймите вот эту систему и приложите ее, соответственно, на свой опыт. И последнее, что предлагает ваша компания. Вот это самое важное. По опыту могу сказать, что интернет-маркетинг может убедить купить вообще любой продукт. Вот откройте просто Инстаграм и посмотрите, какой зачастую бред продают клиентам, которые готовы покупать просто все. Жидкие каштан для похудания, например. Или там корсет, который утягивает талию на 5 размеров и не возвращает обратно там ваши былые округлости. Ну, вот просто если вдуматься в месседж тех объявлений, которые доносятся до людей, они сами по себе являются, ну, просто вот за гранью просто восприятия человека нормального, любой информации. Но визуальная картинка, заголовок, текст настолько убедительно срабатывают вот на триггер потребности человека, который может прийти и купить, что человек идет и покупает. Не зная компании, не зная безопасности продукта, вообще не понимая, куда он идет покупает. Он просто идет и покупает, потому что сейчас у него спонтанная покупка, сработал вот этот инстинкт. А здесь важно, что предлагает компания. Компания может предлагать один продукт, компания может предлагать комплекс. Вполне возможно, что если вы сядете, начнете отвечать на эти вопросы, вы поймете, что у вас нет конкурентного преимущества на рынке с точки зрения продукта. И вот здесь вам нужно использовать определенный шаг в маркетинге. Вы должны сказать, что окей, хорошо, я сейчас не могу использовать свой продукт как основное преимущество, но я могу использовать, например, сервис как основное конкурентное преимущество. Например, недавний мой опыт общения с Альфа-банком, когда, в принципе, изначально банковская ячейка была арендована только за счет сервиса в этой компании. То есть всегда можно было приехать, всегда можно было быстро какие-то дела сделать, да, в банке, если была такая потребность. И сервис действительно был удобен до определенного момента, потому что стоимость действительно была выше. В тот момент, когда компания потеряла сервисное лицо передо мной, как перед клиентом, я поняла, что я не хочу платить более высокую стоимость, потому что ценность продукта для меня, ценность продукта и моя потребность не пересекалась. Именно в этот момент я приняла решение, что нет, спасибо, я там уйду в другую компанию, которая отвечает на все мои потребности. Вот из этих трех сегментов вам необходимо сформировать УТП, который вы дальше будете транслировать в заголовке, в контент вашей всей рекламной кампании, в контент вашего инструмента, в сайт, в контент ваших рекламных источников, контекст, таргет, email маркетинг и все остальные, про которые мы с вами сегодня будем говорить. Вот это то отправное ядро, от которого нужно формировать все, что касается визуального и текстового наполнения всех инструментов, с которыми вы работаете. Основные модели оплаты привлечения пользователей. Давайте такую вот маленькую перекличку сделаем. И скажите мне, пожалуйста, у кого был опыт работы по разным моделям оплаты, то есть за совершенную покупку или за клик? Вот кто понимает вообще отличие вот этих вот моделей? Требуется ли мне сейчас вам более глубоко рассказать, или здесь есть те, ну, в большинстве ваших, кто в принципе в этой теме?
Отпишитесь, пожалуйста, в чате, чтобы я могла вам рассказывать максимально интересно и не тратить ваше время на то, что вам не нужно. Так, вижу плюсик от Анастасии. Так, я так понимаю, что все остальные, скорее всего, не знают. Ну, смотрите, давайте начнем с вами с основного момента. Давайте начнем с вами с... Все интернет-каналы, да, которые... В принципе, с которыми вы работаете, они имеют разную модель привлечения, разную стоимость привлечения одного клиента. Давайте рассмотрим две основные, по которым работает большая часть рекламных систем на сегодня. Это cost per sale и pay per sale. Цена за продажу или оплата за продажу. Это первая модель, она встречается и в той, и в другой формулировке в описании разных рекламных систем. Вы платите за покупки, которые совершает пользователь у вас на сайте. То есть, например, если есть услуга покупка на маркете, когда человек приходит и покупает товар, не переходя на сайт владельца товара, да, на интернет-магазин, который вы предоставляете, поставьте, пожалуйста, плюсик, если я снова появилась, все в порядке. У меня потому что почему-то был сбой нашей трансляции. Спасибо большое. Вижу, что... Окей. Смотрите. Оплата за покупку. То есть вы платите за конкретно совершенное действие вашего клиента. То есть, безусловно, здесь рекламная площадка не может взять на себя ответственность, если ваш клиент в какой-то момент просто отказался. Если ваш клиент решил, что ему этот не нужен товар, и на моменте доставки там курьером или на моменте подписания договора клиент решил, что нет. Здесь имеется в виду целевое действие на рекламной площадке. Как правило, оплата за покупку характерна для каких-то тизерных сеток, да, когда у вас определенные тизерные или рекламные сетки, на которых у вас есть определенная стоимость привлечения клиента по совершенной покупке. Например, есть такая система WeInteractive. Это рекламная система, которая занимается возвратом брошенных покупок, возвратом брошенных картин и вовлечением вашего покупателя в покупку, если он захотел уйти. Так вот, эта рекламная кампания работает именно по этой системе. Cost per sale. То есть, если клиент не просто вернулся через рекламное объявление или баннер, которое размещает система, а еще и совершил целевое действие покупку, в конце месяца при сверке вы вычеркиваете неэффективные покупки, которые были не доведены до конца, и оплачиваете только те покупки, которые были действительно совершены по вашей системе учета. То есть вы, по сути, платите только за целевое действие, которое вам интересно. Да, ставка для этого целевого действия будет действительно высока. По моему опыту работы с этой системой, они берут от 6 до 10% от стоимости заказа. Например, если я заказала на 3,5 тысячи и вернулась через их баннер, который они разместили, я заплачу за привлечение этого клиента 350 рублей компании. Но еще я заплачу за стоимость привлечения клиента по рекламному каналу. Имейте в виду, что используя надстроенные инструменты по системе Cost per Sale, вы должны суммировать затраты по первичным рекламным каналам и по вторичной системе, которая обеспечила вам подобную продажу. Если мы с вами говорим о такой системе, как Яндекс.Маркет, например, покупка на маркете, то здесь, безусловно, вы не платите за две системы сразу, а платите только за одну, там будет единая цена, ее легко очень учитывать. Требования к рекламодателю для работы по этой модели. Они стандартны для большей части рекламных сеток, но если, например, вы выходите и продаете товар на Яндекс.Маркете по услуге покупка на маркете, сейчас вы, например, можете не обладать сайтом, через который вы будете работать, но основные модели
основные рекламные системы, которые работают по модели оплаты за покупки, требуют наличия собственного сайта. Это должен быть товар, который востребован широким кругом потребителей. Если, например, вы придете в эту систему, на самом деле ребята делают, я вам сейчас скину ссылочку в чат, чтобы вы посмотрели. На самом деле у меня с точки зрения подрядчиков сформирован такой пул партнеров, с которыми я часто работаю. Вот могу сказать, что вот именно этот сервис, на удивление, да, продает действительно хорошо, но он продает только в том случае, если вы рекламируете какие-то используемые товары. Почему рекламные сетки соглашаются, рекламные площадки соглашаются продавать по системе оплаты за покупку? Только потому, что они четко понимают, что у этого товара есть большой спрос. Если вы придете и будете продавать, чехлы для каких-нибудь ракет дальнего действия, которые вы шьете индивидуально по заказу, то здесь, безусловно, это будет никому не интересно, потому что у вас будет маленькое количество заказов. Затраченные действия рекламной площадки для привлечения клиентов к вам будут больше, чем то, что они получат. Поэтому обращайте внимание на блок требований к рекламодателю по этой системе и, соответственно, при выборе площадок это имейте в виду. CPA. CPA-сетки гораздо более распространены, чем CPA-сетки, да, и здесь все гораздо проще. Здесь вы платите за клик потенциального покупателя, который приходит к вам на сайт. К CPA-сеткам можно отнести контекстную рекламу, это Яндекс, Директ, Google AdWords. К CPA-сеткам можно отнести тизерную, таргетированную рекламу в социальных сетях, это ВКонтакте, это Facebook, это Instagram, это Одноклассники, это Target, Mail.ru и так далее, Да. К CPA-сетку можно отнести отдельные сетки. Я вам сейчас даже дам пример. Секундочку, сохранила вам специально. Сохранила вам специально сегодня три вот эти вот сеточки, которые являются лидерами рынка. И, в принципе, если вы хотите использовать CPA-сетки, советую посмотреть вот эти. Как определиться с востребованностью? Есть очень простой инструмент, чтобы понять, что ваш продукт хочет в месяц действительно большое количество человек. Он называется Яндекс Wordstat. Для тех, кто с ним не знаком или, может быть, забыл про этот инструмент, скидываю сюда ссылочку. В Яндекс Wordstat вы можете спокойно зайти, посмотреть, какое количество людей в месяц ищет ваш продукт. Или какое количество людей в месяц ищет продукт конкурента, который вы хотите заместить. Или услугу конкурента, которую вы хотите заместить. Да? То есть, прогнозируя спрос на ваш продукт, вы, естественно, можете формировать рекламные каналы, исходя из потребностей рынка. CPA-сетки, которые я вам скинула, это самые крупные сетки рекламного рынка на сегодня. Они указаны в процессе убывания доли. И, в принципе, если вы заинтересованы в том, чтобы получать клиента по системе оплаты за клик или по системе оплаты за продажу, потому что CPA-сетки с этим тоже работают, да, вы можете спокойно обратиться именно вот в эти сетки и с ними поработать. Есть еще такая история, как тизерные сетки. Сейчас, секундочку, я тоже вам делаю закладочки. Сейчас я вам покажу тизерные сетки, с которыми дам вам ссылочку, у меня есть закладочка. Вот здесь есть все тизерные сетки, в принципе, с которыми можно поработать. Тизерные сетки – это реклама, там баннерные объявления, реклама на партнерских порталах и так далее. То есть это тоже примерно то же самое, что CPA-сетки, но там… вы, допустим, когда заходите на новостной портал рекламы, да, вы сбоку видите вот эти вот рекламные объявления, там, иду не читаете, или РБК читаете, и сбоку там вот эти вот объявления часто бывают. Это, как правило, тизерные сетки. То есть у них огромная сеть, у них сеть примерно у разных сеток разная сеть по объему, они достаточно большие, да, там тоже можно какую-то долю трафика получить, но они направлены на какие-то очень массовые продукты, например, там какие-то кредитные карты с безумными условиями, или там, я не знаю, какие-то автокредиты, да, которые были в свое время востребованы, тоже можно было делать через тизерные сетки. Сейчас у них эффективность падает, я не советую с точки зрения инструментов использовать эти сетки. Вот, ну, первые четыре, которые CPA-сетки, да, там действительно есть что найти с точки зрения вашего потенциального клиента, а
Тизерная сетка, она вам, по сути, ничего особо не принесет. Но для обзора как бы даю понимание, чтобы вы понимали, что это такое. Какие виды действий, за какие виды действий вы можете платить с помощью вот этих вот систем оплаты? Да? Давайте разберемся, что вам вообще нужно от вашего клиента. Часто бывает, что при планировании рекламных кампаний руководитель говорит: ребят, вот я хочу видеть только топовые продажи, я не хочу больше знать там никакие особенности работы там каких-то моментов или чего-то еще. Вот давайте, пожалуйста, мне с точки зрения каналов к вам только по продажам. Не всегда так бывает. Возвращаемся к моему первому приветственному слову, когда я сказала, что, ребят, стратегия давно уже не та, стратегия уже давно работает совершенно по-другому, и часто вам нужно и необходимо сначала подписать вашему клиенту на какие-то новости и так далее, а уже только вторым шагом начинать ему продавать. У меня, например, есть опыт работы, сейчас мы взаимодействуем с интернет-школой, которая учит там фотошкола, график и так далее, где вообще сложный продукт, где продукт очень индивидуальный на рынке. То есть, когда мы говорим про обучение, да, тем более не такому стандартному инструменту, как интернет-маркетинг, а там график, углубление программы, какое-то фотографирование и так далее. Здесь уже это действительно сложнее сделать. И здесь вообще работает модель первичной подписки. То есть вот здесь цель в рекламной кампании – это подписать человека на какие-то новости для регистрации. Дальше этого, скажем так, дальше этой подписки обычно, вот мы понимаем, как это рассчитать, и дальше выстраиваются действия в логическую цепочку. Вот. Точно так же вам необходимо это перенести в своем опыте работы. Вполне возможно, что у вас тоже будет какая-то вот такая сложная система. Основные действия. Лиды. Оплата за лид – это когда люди продают контакты потенциальных клиентов. То есть вполне возможно, что у человека есть какой-то информационный ресурс с регистрациями или спецзаказом, где он собирает целевую аудиторию, и вы, соответственно, можете его купить контакт с человеком, на которого вы можете настроить таргетированную рекламу, на которую вы можете настроить таргетированный там ретаргетинг по определенным фразам, на которую вы можете включить e-mail рассылку, там холодный обзвон и так далее. Вы покупаете конкретно контактные данные. Модель. Следующая модель взаимодействия – это покупка. Да? Покупка – это целевое действие, совершенное на сайте. То есть это когда человек нажал кнопку «Купить», человек нажал кнопку «Записаться», человек нажал кнопку там, «Оформить заказ», он уже готов, вы можете у него деньги взять сразу на сайте, а можете деньги у него взять уже потом. Это исходя из вашей бизнес-модели. Посещение нескольких страниц сайта. Часто, как я уже сказала, вам необходимо вызвать первичное знание вашего бренда. Именно поэтому, с точки зрения, например, SEO, канал часто использует с высоко брендовыми запросами, когда вы с точки зрения высокобрендовых запросов привлекать трафик, который еще не покупает. Просто вы вызываете запоминание вашего бренда и складываете ассоциативный ряд у вашего клиента, который потом в итоге при правильной коммуникации придет вернуться к вам за покупку. Посещение целевой страницы сайта. Часто бывает, что это какие-то промо-акции и рекламные кампании нацелены не на покупку, а рекламная кампания нацелена на информирование. Например, скоро начнется Черная пятница, мы будем продавать, там, не знаю, в Черной пятнице, в прошлом году была рекламная кампания Черная пятница в недвижимости, когда, ну, это действительно было очень интересно, когда продавали со скидкой хорошие объекты недвижимости. Это интересно, вам необходимо проинформировать вашего клиента, и к этому нужно подготовиться. И вот в этом случае целью вашей рекламной кампании будет посещение определенной страницы или открытие определенного письма, которое вы отправляете вашему клиенту. Загрузка файла. Бывают истории, когда необходимо там на сайт что-то загрузить, какой-то каталог и так далее, и так далее. В этом случае целевым действием для вас будет являться загрузка файла с вашего сайта, получение контактной информации. Просмотр ролика. Опять-таки информирование, да, как я сказала ранее. Просмотр прайс-листа или страницы цены услуг. Если вы понимаете, что для вас цены – это приоритетное конкурентное преимущество, то здесь вы должны задаться там одной из целей, да, в плане посещения трафика, чтобы у вас клиент дошел до нужной страницы, увидел ваши цели и, собственно, цены, и, собственно, понял, что он может купить этот товар или услугу у вас.
Заполнение формы заказа или обратной связи. Вот это как раз-таки то, что я говорила, подчеркну еще раз, это то, что я говорила в плане подписки, то есть часто не нужно сразу продавать. Часто проще подписать клиента на какие-то бонусы, скидки, включить его e-mail адрес в систему ретаргетинга, да, когда вы его возвращаете там объявлениями, дожать клиента более дешевыми инструментами, чем запускать в высоко конкурентный. Иногда бывает, что низкоконверсионный контекст, который не будет приносить вам прямые продажи. Как это определить? Определить это очень просто. Вам необходимо эти модели тестировать. Нужно посмотреть, сколько стоит у вас подписка на новости, сколько стоит подписка на сайт. И вот такие вот какие-то еще вещи, которые помогут сформировать вам понимание, какой путь для вас посетителя максимально выгодный с точки зрения финансовой модели. Вот с видами действий, если есть какие-то вопросы, сейчас можете задавать, чтобы потом не было вот каких-то вопросов в голове при дальнейшем обсуждении, потому что это не всегда на слух очень легко понять. Ну, понятное дело, да, что есть разница в оплате, есть категории товаров, есть категории услуг, которые лучше продавать с точки зрения CPA-модели, есть лучше, которые с помощью CPS-модели, когда вы платите за конкретную продажу. Здесь вам необходимо пробовать тестировать, здесь вам необходимо выстраивать разные пути пользователя до покупки, смотреть на время принятия решения о покупке, смотреть на количество каналов в результате взаимодействия, смотреть на какие-то пользовательские характеристики, чтобы вы, соответственно, могли понять, где клиент быстрее совершает покупку и приходит и покупает еще что-то дорого. Да? То есть ЛТВ, ценность вашего клиента должна быть достаточно высокой, то есть это не должна быть только первичная продажа. Клиент должен постоянно обращаться в компанию за апгрейдом своей продажи. По какой системе лучше продвигать финансовые услуги? Юлия, вот опять-таки скажу, да, если бы ко мне напрямую пришло рекламное объявление по контексту, оформляете у нас кредитную карту, потому что у нас большие бонусы и скидки, я бы не купила. Мне было бы интереснее, если бы мне бы понравилось, я бы лайкнула, да, платной рекламе, страницу на Фейсбуке или в Инстаграме, где были бы прикольные, интересные лайфхаки. Как, например, пользоваться этой картой в разных странах мира. Я путешествую, у меня там год примерно 5 путешествий в разные страны мира. И мне интересно, какие особенности есть в этой услуге в других странах. Потому что у меня, например, была ситуация, когда я приехала на Шри-Ланку, а в этот же день прилетела в Москву и улетела в другую страну. У меня получилось, что за одни сутки два разных, вообще очень две разные страны, там два разных чуть ли не континента. Мне карточку заблокировали. Я, например, про эту особенность не знала. У меня, ну, как бы была паника, я не понимала, что происходит. Если бы я была подкована, если бы меня бы уже утеплили этой информацией, я была бы лояльна к бренду, который мне предлагает массовую услугу. И если бы, например, потом в ленте этой страницы или где-то на каком-то другом источнике я бы увидела уже объявление про то, что там, допустим, вот такой-то бренд, вот как я уже сказала, да, много путешествуете или покупаете по карте, экономите, получаете скидки и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что финансовые услуги – это не история с прямой продажей. То есть прошло то время, когда Тинькофф бешено крутил весь рынок по запросам быстрых кредитных карт и собирал там на всех рекламных сетях всевозможные лиды и просто вот подкашивает под подписку с одного клика. История с финансовыми услугами сейчас сложнее. Мы сейчас немножечко позже поговорим с вами про репутационный маркетинг, потому что я уже не первый год рассказываю о том, что, ребят, услуги давно не покупают напрямую, услуги давно покупают через канал репутационного маркетинга, через отзывы, через рекомендации, через посев релевантной информации. Для сегмента юрлица, тем более, вам необходимо сформировать положительный репутационный фон. У меня был опыт работы с юридической консалтинговой компанией, когда у нас не было, в принципе, прямого маркетинга, прямой рекламной кампании на привлечение клиентов. Мы работали там по каналу широкополосного SEO, когда собирали весь возможный рынок себе, и мы работали с точки зрения партизанского маркетинга. Мы собрали около 70 площадок, форумов, на которых были представлены наши потенциальные юрлица. Собрали группы социальных соцсетях, и там начали размещать отзывы от наших клиентов, да, то есть называется репутационный маркетинг. Вот эта вот история, она работает гораздо лучше.
История с подпиской через контент и с дальнейшим утеплением и продажей в юрлиц работает точно так же. С точки зрения юрлица всегда есть человек, принимающий решение о покупке. Вы должны четко понять, вот, кто ваше лицо, принимающее решение о покупке, через кого вы можете прийти и продать свою услугу, свой продукт. И уже с этого выстраивать коммуникацию по каналам, с которыми вы будете работать. Основные каналы привлечения аудитории. Часть первая. Так, смотрите, я что предлагаю? У нас сейчас закончилась первая часть презентации, дальше у нас пойдут каналы, расчет стоимости лида и KPI отчетность. Это, в принципе, вот лучше объединить в один блок. Сейчас время 19:46, я предлагаю 15-минутный перерыв и дальше час без перерыва заканчиваем лекцию. Если все за, давайте поставим плюсики, чтобы я видела, что нет возражений. Окей, хорошо. Буду считать, что у нас... Спасибо большое. Буду считать, что у нас нет возражений. Коллеги, ровно в 20:00, даже можно там за пару минуток, я жду вас опять в виртуальной комнате, мы подключаемся, и второй большой блок про каналы, про стратегии.
сами приступаем ко второй части нашей лекции. Давайте мы с вами поговорим о том, какие вообще стандартные такие есть формы мышления в интернет-маркетинге, которые мешают смотреть дальше и выбирать правильную стратегию. Ну, во-первых, это то, что запустить три канала, все будет хорошо. Работайте только с контекстом, SEO, и можете иногда делать email-рассылки, и у проекта будет все прекрасно. Мало того, что сейчас есть очень много видов новых рекламных коммуникаций, так еще и старые перестают работать, собственно, по той схеме, по которой они работали раньше. Давайте посмотрим основные каналы. Я буду подчеркивать галочку, что мы с вами прошли, да, и мы будем кратенько по ним говорить. Ну, во-первых, это поисковая выдача или SEO. По-моему, в прошлом году, если не ошибаюсь, на одной из конференций я рассказывала про выбранную, разработанную мной стратегию, которую я использую для большей части проекта. Любой проект должен иметь в своем составе три типа семантических запросов, которые принесут вам в той или иной степени релевантных потенциальных клиентов. Первый – это высокочастотные, низкоконверсионные брендовые запросы. Например, если вы используете, там, не знаю, продаете какие-то банковские услуги, у вас есть, допустим, доп. По запросам, которые вот просто обозначают направление ваших услуг. Вот эти высокочастотные запросы, как правило, являются низкоконверсионными. Вряд ли они будут приносить вам большую конверсию в совершенные покупки с первого клика. Нет. Они будут нужны для повышения узнаваемости вашего продукта в интернете для того, чтобы клиенты понимали, что за бренд, что вы продаете и так далее, и так далее, и так далее, и ассоциировали ваш продукт с вашей компанией. Это очень важно. Высокочастотные запросы являются дорогими с точки зрения продвижения в SEO, но в плане инвестиций в будущее проекта это одно из правильных решений, которого стоит придерживаться. Второй блок запросов. Давайте буду писать в чате. Брендовые или высокочастотные запросы. Второе – это коммерческие запросы. Это тот пул запросов, коммерческие запросы, это тот пул запросов, по которым, собственно, в основном идет контекстная реклама. Не знаю, там, заказать услугу, купить услугу, узнать стоимость услуги, там, цена услуги и так далее, и так далее, и так далее. Все, что касается коммерческой составляющей, купить, узнать и так далее, это должно составлять пул запросов, относящихся к коммерческой части. На это тоже стоит обращать большое внимание. И третий пул запросов – это репутационные запросы. Вот обратите внимание, что с точки зрения стратегии в коммерческом ядре очень хорошо работают категорийные запросы. Например, с точки зрения финансовых услуг – это категория услуг общая. Ну, или с точки зрения товаров – это, допустим, бренд товара. Очень хорошо работают дробление на какие-то вот мелкие подкатегории и, может быть, дробление по каким-то мелким продуктам, если они имеют большой спрос на рынке. Как правило, такие запросы приносят хороший трафик, который действительно приходит и покупает. Репутационные запросы – это история с долгой работой над репутацией компании в глазах ваших клиентов. Очень советую провести подобный эксперимент, назвать, допустим, наберите в поисковике в Яндексе или в Гугле название вашей компании, отзывы, например. Вы увидите, какой пул, если у вас известная компания, какой пул вообще информации есть о вашей компании и с точки зрения работодателя, и с точки зрения оказания услуг, и какие-то еще упоминания, какие-то там публикации и так далее, и так далее. Вот это все нужно держать на контроле, чтобы у вас в поисковой выдаче были релевантные страницы вашего сайта, чтобы в поисковой выдаче у вас были те запросы, которые положительно сыграют на репутацию вашей компании, вам необходимо, это учитывать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, вот это сейчас очень важно. Кто уже работал с этим направлением, кто уже работал с репутационным маркетингом, и кто знает, что такое работа с отзывами по своей компании. Если вы уже с этим работали, я вам расскажу уже какие-то технические больше фишечки с помощью других каналов, как это можно перекрыть. Давайте поставим плюсики или ответим в общем чате.
Вижу, что Юлия, вижу, что еще на Юлии, вижу, что Виктор. Смотрите, очень хитрый прием для продажи услуг. У меня, опять-таки, был опыт, когда мы работали с консалтинговой компанией, предоставляющей юридические услуги. Это было достаточно давно, но вот кейс с тех пор сохранился. Не всегда вы можете использовать в выдаче в SEO нужные вам страницы максимально близко. Да? То есть не всегда вы можете в поисковой выдаче вывести страницы с релевантными отзывами. Используйте блок контекстной рекламы для репутационных запросов. Конверсия с таких запросов иногда бывает гораздо выше, чем конверсия с коммерческих запросов. То есть, например, запрос отзыва о такой-то компании конвертирует лучше, чем прямой запрос купить услуги этой компании. Чем это объясняется? Люди потенциально ищут с точки зрения услуг надежного партнера. Да? То есть товар, даже когда вы покупаете дорогой товар, допустим, на площадке интернет-маркетинга, да, вот всегда отзывы о компании. А если уж что говорить о предоставлении услуг, да, потенциальный клиент всегда мониторит репутационный фон компании. И когда вы поисковываете, выдаете релевантную компанию со страницами отзывов о ваших клиентах, со страницами благодарности, да, с кейсами, которые вы сделали, это потенциально увеличивает доверие. И часто люди вводят этот запрос, по моим аналитическим данным, на последнем этапе поиска перед совершением покупки. То есть когда уже все, они финально приняли какое-то решение, все, они сейчас финально готовы совершить покупку, и необходимо еще на последнем этапе промониторить, да, вот этот репутационный фон. Обращайте на это внимание, используйте репутационные запросы не только в SEO, но и во втором инструменте, про который мы сейчас с вами переходим и будем говорить, это контекстная реклама. Контекстная реклама, вот сюда я включила Facebook, да, потому что раньше, в принципе, Facebook и Instagram с точки зрения контекста запроса настраивался по интересам пользователей. Сейчас эта история изменилась, сейчас Facebook, Instagram и ВКонтакте относятся к каналу таргетинговой рекламы, то есть вы таргетируете на геопризнике, на что-то еще своих потенциальных покупателей, и им уже показываете рекламное объявление. Это рекламное объявление с системой оплаты услуг. То есть, когда люди просто переходят к вам на сайт, либо просто подписываются на вашу страницу. Это очень важно, потому что часто бывает, что не нужно сразу продавать клиенту. Как я уже сказала, подпишите его на свою релевантную страницу, отвечающую его интересам. Расскажите ему какую-то нужную и полезную информацию. Я вот сейчас специально нашла, здесь попытаюсь вам показать, у меня в ленте Фейсбука появилась, секундочку, вот, не знаю, увидите вы или нет, смотрите, это реклама MasterCard, да, потому что, вот, должно быть видно. Это рекламная лента Фейсбука, и вот у меня такое объявление про MasterCard. Они предлагают мне подписаться на их страницу, чтобы узнавать новости для людей, которые едут путешествовать за границу. Это очень классный ход. Они не предлагают мне сразу что-то купить, да, они не предлагают мне какую-то карту оформить. Они мне продают интересный контент. Вот контентная стратегия – это правильное самонаправление, особенно когда у вас длинный период принятия решения о покупке. Используйте вот эти вот инструменты в стандартном виде. То есть не всегда нужно просто, далеко не всегда нужно просто человека привести на сайт. Часто его нужно подписать на паблик, подписать на группу, подписать на рассылку, утеплить человека, да, показать какие-то преимущества и так далее, и так далее, и так далее. Вот обращайте на это внимание и используйте канал нестандартный. Единый баннер рекламы. Вот здесь вы наверняка вот эту вот историю знаете, это для работы для крупных компаний, для повышения, в принципе, узнаваемости и для повышения с точки зрения трафика прямых и брендовых вхождений. Когда вы на каких-то порталах, когда вы на каких-то площадках размещаете свои баннерные предложения, размещаете свои рекламные предложения, показываете клиенту логотип, визуал, который соответствует его потребности, да, заставляете клиента заинтересоваться вашим продуктом, вызываете дополнительный интерес. То есть медийная реклама, она с точки зрения аналитики не всегда подается счету, потому что сложно отслеживать эти параметры, не все знают, как это делать, но с точки зрения повышения узнаваемости, если хорошие, точные ресурсы выбраны, это действительно работает. Товарные агрегаторы, да, как я уже сказала, это, допустим,
для продажи каких-то конкретных товарные агрегаторы бывают, вот, перебью сама себя, просто хочу поправиться. Товарные агрегаторы бывают не только для товаров. Товарные агрегаторы бывают по услугам. То есть вы можете спокойно найти для себя какую-то сетку, которая, допустим, то же самое Авито, да, товарный агрегатор, но они предлагают услуги в огромном количестве и являются релевантной площадкой для размещения многих типов рекламных объявлений. То есть здесь вопрос поиска и соотношения площадки той услуги, которую вы продаете. Всегда эти моменты учитывайте, всегда эти моменты отслеживайте, когда вы с какими-то каналами работаете. Партнерские программы. История, которая работает крайне круто. У меня был опыт, когда я устраивала рекламную кампанию, рекламную партнерскую кампанию с компанией Uber. У меня была рекламная кампания, когда я устраивала с огромным агрегатором по оформлению визы, визы to home рекламной кампании. Мы делали кросс-рассылки, мы делали кросс-баннерные размещения, кросс-предложения для клиентов. И таким образом мы получали для себя продажи, а наши партнеры получали там скачивание установки или заказ для себя. История незатратная. История не с точки зрения модели CPA или CPS, да, история с точки зрения вложения менеджерских сил, поиск партнеров и вот в развитии всей вот этой вот истории. Это очень важно, это, на это нужно сделать акцент, да, на это нужно как бы еще раз концентрировать внимание, что здесь важно подобрать партнера с большой клиентской сетью и пересечением по вашей целевой аудитории. То есть вернемся на первый слайд, по вашей целевой аудитории. Вот у вашего партнера должна быть схожая целевая аудитория, то есть или та же самая целевая аудитория. Например, вы точно знаете, что ваши клиенты пользуются какими-то другими услугами, или вы точно знаете, что ваши потенциальные клиенты покупают там какие-то продукты. Используйте это в плане настроек и в плане размещения объявлений без какой-то номинальной стоимости. Про силу внимания маркетинга не буду говорить, очень многие на конференциях выступают, наверняка я уверена, что вам очень многие говорили в рамках вашего обучения, в рамках вашего обучения материалов маркетинг people, да, подписан, и он продает. У меня вот сейчас вот работает проект, один из проектов, по которому конверсия в прямые продажи составляет примерно 3,5%. То есть, ну, все зависит от тематики, да, а все зависит от того, как вы будете продавать. Вполне возможно, что для сегмента финансовых услуг, если более детально углубляться, важнее не просто продать что-то сразу. Вполне возможно, что email-маркетинг для вас будет являться инструментом утепления, да, инструментом коммуникации, инструментом создания лояльной для вас аудитории. То есть в тот момент, когда вы начнете активно продавать, аудитория уже будет утеплена подписками. Вполне возможно, вы можете с помощью email-маркетинга дарить какие-то бонусы, какие-то особые условия. Чем более сегментирована ваша email-база, чем более сегментированы ваши рассылки, тем больше value с точки зрения ценности вы получаете в плане отдачи. Об этом тоже стоит помнить и не забывать. SMM-таргетированная реклама. Ну, а вот с точки зрения контекста мы уже поговорили, да? Это, собственно, когда клиент, допустим, искал какие-то группы с определенным типом услуг, вы ему подставляете в плане ленты, там, same, похожие какие-то сегменты, показываете. Таргетированная реклама в SMM – это когда вы настраиваете таргет по городу, по там, местонахождению, по интересам или аудитории, похожей на посетителей вашего сайта. То есть вот здесь немножечко будут разные настройки, поэтому, собственно, SMM попало в два основных канала. Здесь тоже будет оплата за клик. Также здесь вы можете настроить рекламную кампанию с подпиской на ваши аккаунты. Вот. И, собственно, исходя из этого, вы можете управлять ценностью вашего потенциального клиента там с одним или другим каналом. Едем дальше. Тизерные сетки. Ну, как я уже сказала, я вам немножечко выше написала пример. Тизерные сетки – это лучшая идея для канала проекта сейчас, особенно для канала B2B, особенно для канала финансовых услуг, потому что там достаточно низкий репутационный рейтинг. Я вам не советую, на самом деле, заниматься с репутационной вот этой вот историей, поэтому имейте в виду, поэтому, скажем так,
не работайте с теми каналами, которые могут навредить вашей репутации, репутации вашей компании. CPA-сетки, как я уже сказала, да, действительно есть много интересного, да, действительно можно посмотреть, попробовать. По крупнейшим сеткам я написала, можете запросить офер, например, можете спросить, там, пообщаться с менеджером, да, всегда сотрудничество можно найти, главное понимать как бы, продукт, в котором вы заходите. Партизанский маркетинг. Партизанский маркетинг – это история с вложениями контентных затрат. То есть вы должны понимать, что это вклад в написание отзывов. Вы должны понимать, что это вклад в силы совмещения отзывов. Да? Вы должны четко понимать, что это вклад в затраты, которые в итоге могут не сразу оправдаться. То есть у вас не всегда с этого трафика сразу придут продажи. Но когда вы начнете работать с репутацией в сети, вы увидите, что спустя какое-то время у вас снижается процент отказов из-за того, что клиент там где-то какие-то отзывы видел негативные, или вообще, в принципе, увеличивается поток там, новых клиентов из каналов, с которыми вы работаете. Это говорит о том, что ваш репутационный маркетинг будет давать value, будет давать выхлоп для вас, и, соответственно, вы будете видеть выгоду в итоге ну, тех продаж, которые будут совершать. И онлайн-пиар. У меня, на самом деле, есть интересный кейс по travel направлению, когда мы трафик с пиар-размещений переводили в итоговый. Запросить в Фейсбуке, я там в синей физиола, вы можете ко мне постучаться, попросить презентацию по онлайн-пиару и конвертациям продажи. Есть интересный кейс, каким образом это можно отслеживать, каким образом это можно делать. Да, действительно, онлайн-пиар в основном работает на повышение узнаваемости, но забывайте, что это и инструмент, через который при размещении на каких-то релевантных площадках, где точно 100% ваша целевая аудитория, можно получить сразу выход. Например, вы публикуете на каком-то портале, где собираются ваши мамы, где собираются, допустим, молодые мамы, информацию о продукте, которая будет напрямую интересна. Соответственно, вы видите, что сразу пошли прямые приходы с этого ресурса. Очень часто бывает что вы начали публикацию в каком-то издании, у вас пошли какие-то прямые приходы, но вы видите, что эти люди приходят, по веб-визору смотрят вашу страницу, изучают вашу информацию и так далее, и так далее, и так далее, но не совершают покупку. Это говорит о том, что эта целевая аудитория, соответственно, не готовы сразу совершать покупку. Вот пытаюсь подобрать слово, и, собственно, вот, наверное, лучше всего характеризует, что если вы переходите, если ваша целевая аудитория приходит к вам с каких-то онлайн-публикаций на сайт и не покупает сразу, или смотрит, долго находится, но не совершает покупку, их нужно утеплить. Подумайте, промежуточный шаг для этого канала. Так, сейчас меня достаточно слышно. Я сделаю звук на максимум в настройках. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы все хорошо. Да, Юля, спасибо большое, значит, меня слышно. Окей. Итак, с онлайн-публикациями. Если вы разместили, увидели трафик, да, разместили на каком-то ресурсе информацию о вашем продукте с прямой ссылкой на сайт, вы видите, что трафик пошел, вы видите, что есть заинтересованные посетители, которые приходят и смотрят, но эти заинтересованные посетители не покупают сразу, значит, им нужен промежуточный шаг, чтобы подписаться на какую-то информационную рассылку и еще принять решение. Подпишите с помощью, там, не знаю, соберите их e-mail или как-то еще. Не списывайте сразу вот этот инструмент, потому что он действительно может принести какой-то осознанный плюс, какие-то осознанные продажи при правильном использовании. Моделирование трафика, стоимость канала для интернет-проекта.
Секундочку. Исходя из необходимостей, которые есть с точки зрения. Алло. Работа. Сейчас я так понимаю, что меня видно слышно, давайте продолжим. Вернусь к вопросу по бюджетированию интернет-проектов. Очень часто бывает, что не строится бюджет, исходя из потребностей маркетинга для привлечения клиентов. Часто бывает, что вы сначала моделируете какой-то канал, тестируете его на каком-то небольшом бюджете, а только потом уже, после того, как вы протестировали и увидели результат, вы, соответственно, с ним продолжаете работать. Поэтому бюджетирование с точки зрения маркетинга – это история, когда вы предполагаете, сколько денег вам не жалко потратить на канал, оцениваете его эффективность и уже после этого вкладываете какие-то более большие объемы. Но давайте вернемся к тому, что есть определенные показатели для расчета маркетингового бюджета. Первый – это стоимость привлечения клиента. Сколько вам стоит привлечение клиента по всем-всем-всем тем затратам. Давайте возьмем простой-простой канал. Вот у вас, например, канал контекстной рекламы. Вы туда закладываете. Давайте на примере контекста с вами разбирать. Вот у вас есть контекст. Вы стоимость, прошу прощения. Вы в стоимость контекста закладываете рекламный бюджет на площадку. Вы туда закладываете оплату настройки, ведения и аналитики. Вы туда закладываете, если того требуют, там какие-то еще дополнительные покупки модулей аналитических, например, колл-трекинга, там, личного кабинета для какой-нибудь еще аналитики и так далее. То есть модули плюс программы я пишу. То есть у вас стоимость привлечения клиента по контексту накладывается несколько статей бюджета затрат. Всегда помните о том, что итоговая стоимость привлечения клиента – это не стоимость клика. И не надо путать такие показатели, как кроме эффективность маркетинговых активностей и ROI, эффективность проекта в целом. То есть отдача инвестиций от маркетинга и отдача инвестиций от проекта – это совершенно разные вещи. Вполне возможно, что проблемы не в каналах интернет-маркетинга, вполне возможно, что проблемы в бизнес-процессах или в каких-то еще дополнительных затратах человеческих ресурсов, которые у вас там лежат. Вот оценивайте все эти составляющие, оценивайте стоимость привлечения клиента по каналу правильно. Дальше LTV. Какая доля клиентов за все время пребывания в коммуникации с вашей компанией осуществляла, ну, есть по факту, да, что вы планируете с клиента получить. То есть вы можете прогнозировать увеличение количества там повторных покупок, вы можете выпускать какой-то новый продукт и продавать его тем клиентам, которые есть. Оценивайте доход клиента текущий и доход клиента планируемый. И понимаете, каким образом вы получите новую сумму с помощью маркетинговых инструментов. Для вычисления стоимости привлечения клиентов надо взять все расходы, связанные с продажей и маркетингом в определенный период, и, естественно, поделить на количество клиентов, которые вы привлекли за это время. Казалось бы, просто. Но составление сметы по всем затратам, особенно с точки зрения маркетинга, всегда является проблематичным моментом. Почему?
Потому что, например, с точки зрения канала SEO, очень часто бывает, что вы просто считаете стоимость менеджера. Но простите, ваш менеджер с точки зрения сайта требует разработки, дизайна, программирования. Это затраты по SEO. Вы оптимизируете сайт, чтобы продвигать сайт по этому каналу, делать его лучше. Это хостинг, это сервер, выделенные, возможно, и другие техзатраты. Это сопутствующие сервисы, это регистрация там, каких-то там сервисов, топ-мастеров и так далее, тоже накладные затраты, это человеческие ресурсы. Вот эти все составляющие будут складывать один единый показатель, это затраты на канал SEO. И вы должны четко для себя понимать, что стоимость обучения по SEO, да, действительно, это инвестиционное вложение, это дешевый канал, но если у вас там нереально большая стоимость по разработке контент-маркетинга, контентной части, куда вы вкладываете на автора, на дизайнера и на сопутствующих, да, людей, работающих с этой задачей, то стоимость будет очень высокая на текущем моменте. Потому что если сейчас у вас клиент стоит с точки зрения привлечения дорого, то вполне возможно, что когда со временем вы будете с этим каналом работать дольше, получите определенные результаты, у вас стоимость клиента снизится. И рассчитываете, допустим, инвестиционную окупаемость канала в разрезе года. То есть, да, сейчас у вас маленький объем трафика по каналу SEO, да, сейчас у вас большие затраты там, на доработку сайта, но вы четко понимаете, что через полгода вы добьетесь определенных позиций, и через полгода у вас будет такой объем трафика, который принесет покупки, которые окупят вот эти вот затраты. Делайте планирование в разрезе 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Это самая выгодная математика, потому что в интернет-маркетинге именно такие этапы развития в проекте, да, то есть как бы результаты можно сделать после первого месяца оценки, там второго месяца, третий, четвертый, там шестой уже какие-то цифры есть. Вы можете прогнозировать, можете более точно рассчитывать стоимость привлечения клиента уже на основании какого-то экспириенса, да, вашего опыта. Очень интересная картинка, я ее нашла на просторах интернета по форумам об эффективности интернет-маркетинга, да? Вот здесь вот у нас показано напрямую возможность снижения стоимости доходности клиента. Ну, на самом деле, относительно вот, стоимости клиента и возможности, возможность ужать маркетинговый канал при сформировавшемся, уже при сформировавшейся стратегии, он не так велик. А вот если сравнить стоимость привлечения клиента и возможный доход, вот здесь вот, начинается огромная как бы, разница. Да? То есть вам всегда нужно для себя подумать, что вам с точки зрения маркетинга канала необходимо оптимизировать. Стоимость привлечения с маленьким снижением или повторные покупки и выращивание лояльности. О чем все это говорит? Маркетинг сейчас – это коммуникация между продажами и клиентом. Да? То есть такая прослойка, которая помогает между продуктом, продажами и клиентом. Это прослойка, которая помогает привлекать вашего клиента непосредственно в вашу компанию, да? Продавать ему продукт, дальше с ним как-то взаимодействовать. Маркетинг должен обеспечивать подушку лояльного отношения вашей компании к вашему клиенту. Вот почувствуйте вот эту вот разницу. Безликий маркетинг и лояльный маркетинг. Когда у вас, помните историю с Модульбанком, когда они закрыли все расчетные счета, они написали письмо, в котором честно рассказали, что произошло, и это письмо отправили всем клиентам, не побоявшись того, что у них будет отток. Я прочитала с точки зрения репутационных отзывов огромное количество в сети, комментарий этого поста, который был опубликован в официальной группе, перепостов, комментариев на других страницах. Люди поддерживали правильное отношение к клиенту. Да, они не смогли обеспечить сервис, они провалились с точки зрения услуги, но их ценность и лояльность с точки зрения вот этой прослойки маркетинга
обеспечивает лояльные отношения клиентов. Клиенты не идут в таком количестве от банка, несмотря на то, что была подобная ошибка. Если вы сформируете с точки зрения маркетинга вот это лояльное пространство, социальные группы, работа ваших менеджеров по репутации, работа с отзывами, вся остальная вот история, которая как облако будет сопутствовать основному направлению продаж в маркетинге, да, вы сможете получать вот в этом вопросе гораздо больше, чем вы получаете сейчас. То есть, возможно, доход с клиента, он значительно вырастет. И задача маркетинга в первом этапе, конечно, сократить стоимость привлечения клиентов, оптимизировать, но основные силы, вот, ну, примерно где-то вот так вот 30-60 должны быть распределены, простите, пожалуйста, 40 на 60 должны быть разделены усилия между направлением работы, снижение первичной привлечения стоимости и увеличение дохода с текущего клиента. Потому что с точки зрения маркетинга гораздо проще вторично продать, чем заново привлечь клиента. Гораздо проще удержать клиента, чем этому клиенту заново где-то искать по каким-то каналам. Здесь такие очень такие примеры с точки зрения вот, ну, совсем простого расчета в плане контекста, да, то есть каким образом можно снижать затраты. Я здесь привела вам примеры, здесь очень, очень меленькая табличка, я не буду эту таблицу сейчас всю рассказывать. Здесь вы можете посмотреть, каким образом можно рассчитывать и составлять таблицы для простого медиапланирования, какие вам необходимо сюда данные вносить. Ну, например, исходные данные, сколько было количество посетителей, какая была стоимость за клик, какая была конверсия в регистрации, сколько человек в итоге купили, да, количество сотрудников в штате и общие затраты. Вот, вот эта вот история с правильным формированием быстрой отчетной таблицы по ROI, или дальше, даже, наверное, если мы говорим про маркетинг, про ROMI маркетинга, да, здесь вот не очень хорошо получилось, хотел написать ROMI маркетинг. Это такой пример, который визуально можно держать перед глазами с точки зрения расчета. Вот здесь вот очень правильная табличка, которая показывает, каким образом производить расчет стоимости клиента и как его сокращать с помощью автоматизации и аутсорсинга услуг. Не секрет, я вот буквально неделю назад в Минске на конференции «Территория финансового директоров» рассказывала об автоматизации маркетинга и снижении за счет себестоимости продукта. Здесь вам нужно понять, что затраты на маркетинг формируются не только за счет рекламных источников. Почему сейчас компании уходят к внешним специалистам, у которых есть штат компании? Потому что компании стало дорого выращивать у себя специалистов. В чем проблема вообще, в принципе, современных интернет-маркетологов, современного интернет-маркетинга? Специалист как руководитель формируется в течение достаточно длительного времени. Почему нельзя пройти курс месячный, да, и стать суперспециалистом? Вот я, например, когда начинала работать в интернет-маркетинге, я начинала работать менеджером по интернет-рекламе, да, интернет-маркетологом. Я в свою бытность сама в какие-то моменты руками делала какие-то задачи по SEO. Я писала тексты, писала там структуру распределения по страницам, делала там какие-то еще вещи, которые требуют подготовки. Потом я запускала сама руками контекст. Потом я на сегодняшний момент сама настраиваю руками рекламу на Фейсбуке и так далее, и так далее. Сама там пишу какие-то рекламные рассылки. Вот experience специалиста, который к вам придет, должен совмещать в себе работу по всем направлениям и разработку, и работу с интернет-ресурсами. Это очень большой объемный пул задач, потому что не все в плане разработки, да, могут, допустим, создать правильный внутри компании, внутри отдела, бизнес-процесс по вот именно этой работе, чтобы это не тратило у вас какие-то безумные деньги, да, это не тратило для вашей компании какие-то, не знаю, там,
бешеной рисунки, да, чтобы это не уходило. Вот использование, допустим, работы с аутсорсом, оно является плюсом для компании, плюсом для бюджета, потому что оно сокращает очень многие затраты. И вот наглядная табличка, которая показывает, что чем меньше персонала у вас работает в плане там, штатной единицы, какими-то задачами, тем меньше вам стоит привлечение одного лида. То есть сокращение именно и этих затрат, оно позволяет вам оптимизировать ваши бизнес-процессы и в итоге прийти к более низкой стоимости. Ну, здесь вы можете посмотреть, каким образом на стоимость, итоговую стоимость, на ROI привлечения влияет работа по отделу продаж. Вот такую табличку очень хорошо вести, когда у вас есть открытые колл-центры, которые работают на коммуникации с клиентами. Также скажу, что сейчас в плане финансовых услуг, если вы рассматриваете варианты увеличения, да, то у клиентов работают интеллектуальные звонки. Я сейчас пытаюсь вам найти сервис, я специально смотрела для финансовых услуг, что вам можно порекомендовать, пока расскажу про инструмент очень обзорно. Очень часто, чтобы утеплить клиента, используют прямые маркетинговые инструменты. Это либо там контекстная реклама, это либо, не знаю, там визуальные баннерные рекламы и так далее, и так далее, и так далее. Вот не могу сейчас, не могу найти сервис, с которым я как раз-таки для финансовых услуг вам готовила презентацию, консультировалась, сервис, который обеспечивает автопровод вашей базы потенциальных клиентов. То есть, что происходит? Вашему клиенту звонят на указанный номер телефона, робот-оператор с записанным сообщением. Этот робот-оператор рассказывает клиенту какую-то интересную информацию. Если клиент заинтересован, он нажимает уже на работу с личным менеджером. То есть это такой личный прозвон. Вот с точки зрения финансовых услуг, например, очень хорошо работает эта история, потому что, допустим, если вы покупаете лиды, если вы покупаете какие-то контактные данные и работаете с какими-то базами, да, и покупаете, закупаете где-то большой объем трафика, вы, естественно, не всегда можете гарантировать, что база ваших контактов чистая. Прозвон с помощью интеллектуальных звонков существенно сокращает затраты на личную проверку и использование этих контактов в каких-то рекламных источниках и помогает вам более точно сфокусировать ваше внимание на основных каналах. Секундочку, пытаюсь вам увеличить. Таким же образом, вам с точки зрения вот всех этих рекламных каналов можно снизить себестоимость клиента. Ну, во-первых, входящий маркетинг от ваших клиентов, это репутационный посев. То есть здесь вы должны максимально эффективно наладить бизнес-процесс по сбору каких-то отзывов, по сбору каких-то контактов. Вы должны четко получать от клиента фидбэк в виде отзыва, который должны сразу там публиковать и использовать для входящего маркетинга. Бесплатный пробный период для вашего продукта тоже может являться каким-то плюсом при выборе, при принятии решения покупки в вашем сегменте. Вирусный эффект. Опять-таки, если вы, например, Тинькофф Банк сделал, да, то есть он сделал историю с вирусным эффектом, он запустил продукт на B2C сегмента, который был очень широко востребован. И все звезды, все яркие известные личности, которые могли стать адвокатами бренда, рекламировали данный товар. Вирусный эффект с помощью вот таких вот говорящих голов, как говорят в маркетинге, он обеспечивает очень высокую эффективность и действительно помогает сильно увеличить продажи в какой-то конкретной точке. Снижение уровня персонального подхода. Вопрос масштабирования любой компании – это вопрос в автоматизации. Да? Если у вас все завязано на каких-то личных контактных взаимодействие с вашим менеджером, то, скорее всего, у вас будет достаточно низкая эффективность в плане масштабирования и замены сотрудников. То есть история, когда менеджер по контексту ушел, или менеджер по продажам ушел и проседает продажи, они очень сильно известны всему рынку. Автоматизируйте все этапы взаимодействия с маркетинговыми каналами. То есть всегда помните о том, что любой шаг в вашем проекте должен быть масштабируем и должен работать автономно каких-то конкретных личностей. Стратегическое партнерство, как я уже сказала, партнерский маркетинг, да, и построение канала продаж – это тоже очень важный момент, потому что построение канала продаж должно
идти совместно с отделом маркетинга. Вот какой месседж выдает отдел маркетинга, такой же месседж должен и воспринимать ваш отдел продаж. То есть если ваш интернет-маркетинг выдает в плане там посыла о продукте одной единицы на рынок, а ваш отдел продаж формирует его совершенно по-другому, здесь будет очень большая нестыковка, и это будет канал, это будет точка отказа ваших потенциальных клиентов от покупки. Имея это в виду, вы выстраиваете перформанс-маркетинг, да, то есть все каналы коммуникации с клиентом, все каналы продаж, везде, вот, чтобы было одинаковое представление вашего продукта. Общую стратегию выбрали, ответили на 4 вопроса, разложили ее вниз по всем каналам, и дальше уже работаете. Вот, соответственно, что касается системы отчетности и маркетинга по KPI. У меня есть готовые таблицы, которые вы можете использовать в своей работе, да, то есть для того, чтобы, в принципе, контролировать направление интернет-маркетинга, достаточно базироваться на каких-то точках расчета, которые вы можете для себя завести, да, например, стоимость привлечения клиента. Естественно, это какие-то деньги и время. Вот вы должны для себя четко понять основные параметры. И не только стоимость привлечения клиента, но и скорость принятия решения о покупке, да, итоговую валию вашего клиента, количество повторных покупок и частота покупок. Вот все вот эти вот маркетинговые характеристики, их можно сводить в одну систему отчетности, назвать ее, допустим, клиентская отчетность, в которой вы будете рассказывать на себя, да, раскладывать по цифрам, какие из каналов работы с вашими клиентами дают бой. То есть если вы видите, что у вас какие-то сложности при, там, допустим, удержании клиента или какие-то сложности, когда у вас, например, клиент пришел, но в итоге он не конвертируется в покупку, то, соответственно, смотрите там, на лояльный маркетинг, который у вас есть. Смотрите, как у вас идет коммуникация, как у вас выстраиваются там все каналы, точки взаимодействия с вашим клиентом. Конверсия. Ну, не буду рассказывать про прописные истины. Наверняка вы знаете, что весь маркетинг построен на том, что давайте увеличивать конверсию, давайте увеличивать показатели, давайте увеличивать эффективность каналов. Не всегда конверсия – это итоговые цифры, на которые вам нужно смотреть. Как я уже сказала раньше, очень часто бывает, что высокая конверсия сопровождается высокой стоимостью привлечения клиентов. Вам нужно четко по каждому каналу для себя рассчитать, какой потолок, который бюджет вы можете заложить в этот инструмент, какой потолок вы можете для себя спланировать, чтобы с этим каналом активно работать. И, собственно, уже исходя из этого, вы должны оценивать уровень конверсии, оценивать потенциал развития данного канала. То есть, если канал достаточно хорошо конвертируется на высокую стоимость, смотрите на точки коммуникации, на визуал. Очень часто бывает, что с точки зрения визуала происходит повисание, и у вас там это рекламное объявление и соответствует вашим вашему текущему содержанию продукта и так далее. То есть это тоже очень, очень важный момент, который необходимо контролировать. Незавершенные заказы. Смотрите, система автоматизации своего бизнеса. То есть интернет – это история отказа в один клик. Почему я всегда отслеживаю вот эту вот историю с брошенными корзинами? Потому что, во-первых, брошенные корзины всегда можно дожать и сконвертировать в действующего клиента. И, во-вторых, любые брошенные корзины вы можете оценить с точки зрения причины, да, что здесь не сработало. Не сработал рекламный канал, не сработал менеджер, который у вас что-то там неправильно сказал, не сработал сам продукт, потому что его представили по-другому. Вот таким образом, различивая всю эту цепочку, раскладывая вашу вот пирамиду маркетинга снизу вверх, вы можете таким образом получить ответ, да, насколько эффективны ваши действия в плане интернет-маркетинга. Обращайте внимание, используйте это как ресурс для повышения совершенных заказов, соответственно. Средний чек. Чем выше показатель среднего чека, тем, безусловно, лучше показатель, да, общего интернет-проекта. Увеличение среднего чека можно осуществлять с помощью инструментов интернет-маркетинга, когда вы совершаете какие-то товарные рекомендации, когда вы совершаете какие-то доп. Продажи. Например, вы можете использовать канал контекстного ретаргетинга, когда вы догоняете клиента определенным объявлением, но вы будете рекламировать ему не ту услугу, которую он купил, а дополнительную какую-то доп. Продажу или апгрейд того, что он купил, или какой-то еще дополнительный продукт. Вы всегда можете использовать свою клиентскую базу нетрадиционно. Не всегда нужно возвращать по тому запросу, по которому клиент пришел. Если клиент интересуется
направлением финансовых услуг, вполне возможно, вы уже продав ему один раз, можете допродать сейчас что-то еще, просто проанализировав то, что он покупал ранее. Анализируйте текущую вашу базу, актуальную, которая у вас есть, актуализируйте ее и непосредственно после актуализации раскладывайте на интернет-каналы, которые мы с вами проговорили. Используйте их нестандартно и используйте для того, чтобы догнать и напомнить своему клиенту о существовании своей компании. Итоговую ценность клиента мы с вами уже сказали, да, я не буду сейчас повторяться еще раз, я хочу просто обратить внимание, что всегда считайте все затраты, которые есть в плане маркетинга и с точки зрения персонала, и с точки зрения всех сопутствующих сервисов. Не бывает истории, когда сидит 10 менеджеров по маркетингу, а стоимость увеличения клиента составляет 200 рублей. Она не составляет 200 рублей, она составляет 200 рублей, это затраты всех сотрудников, которые участвуют в цепочке там, согласования и так далее. Всегда помните о том, что ценность, стоимость клиента – это все ваши накладные расходы. Если говорить суммарно про финансовую пирамиду эффективности любого интернет-проекта, то ROI, вообще ROI – это показатель внутри отдела маркетинга, как хорошо работают каналы. Это первая точка оптимизации. ROI – это общая итоговая эффективность. Это то, как мы строим все бизнес-процессы, насколько правильно работает интернет-проект. Насколько правильно выстроена коммуникация, насколько правильно там пути оттока клиентов проработаны. Вот отток клиентов, да, это показатель, по которому вы можете контролировать не только ваш отдел продаж, это показатель, по которому вы можете контролировать еще и уровень развития лояльного маркетинга вашей компании, насколько ваши маркетологи настроены на повторную коммуникацию с клиентом, насколько они стремятся допродать и насколько они стремятся увеличить их цены для компании. Статистика – это сухая вещь, да, я очень люблю вообще, в принципе, в плане аналитики говорить, что кроме цифр нам ничего, никто там точнее не скажет. Помните о том, что есть стандартные инструменты для аналитики, которые вам необходимо использовать как руководителю хотя бы в верхнем уровне звена. Попросите с точки зрения интернет-каналов, маркетинга, настроить отчеты автоматически в Яндекс, в Google Analytics. Отслеживайте эффективность работы на уровне подразделения интернет-маркетинга, да, то есть смотрите, насколько эффективно работает ваш канал, какие стратегические планы, какие емкости каналов используются, насколько ваши сотрудники следят за каждой точкой коммуникации с клиентом с точки зрения интернета, где они первый раз с ним бросаются, куда они дальше приходят, какие планы по развитию этого направления. Собственно, на основании всего этого вы можете делать вывод о качестве и ценности общей стратегии и делать вывод. Юля, увидела вопрос, договорим про лекцию. Вы можете пока, вот, поскольку у нас уже лекция движется совсем к завершению, вы можете пока сюда быстренько накидать вопросы, на которые я отвечу. Я буквально через несколько минут закончу, дальше посмотрю на все ваши вопросы и постараюсь детально ответить. Устанавливайте у себя аналитические системы отслеживания эффективности работы маркетинга, потому что ничего, кроме цифр по итоговым отчетам, вам не скажут. Здесь действительно нужно более глубоко погружаться в обзор каналов, то есть вам необходимо понимать, какие нормы показатели для контекста, какие нормы показатели для SEO. Здесь требуется более глубокое изучение, но если вы сможете для себя детально бегло просматривать отчеты по верхним цифрам и по этим верхним цифрам делать какие-то выводы и строить уже какие-то планы в плане развития, это вам очень сильно поможет. Сервисы для повышения эффективности, конверсии, работы интернет-магазина, любого интернет-сервиса. Во-первых, я сказала уже про отличный сервис, который помогает возвращать брошенные картины, это сервис WeInteractive. Действительно хороший сервис с точки зрения многоканальности, многофазности использования. Попробуйте, посмотрите, вполне возможно, что с точки зрения финансов он тоже будет хорошо работать. Аналитика рекламных каналов. Очень классная платформа click.com, это профессиональная большая платформа для многомиллионных по трафику проектов, где используется огромное количество каналов получения трафика, действительно все настраивается, действительно все автоматизируется, стоит немало денег, но в плане оптимизации для руководителей является незаменимой платформой, там есть несколько дашбордов, вы можете все это настроить, запрограммировать, и по сути у вас получается эффективный инструмент управления. Автоматизация аналитики на более простом уровне sicuro.com. Для тех, кто только начинает, можно посмотреть, изучить, какие там есть функции, на какие там стоит обращать внимание, метрики и так далее. Платформа товарных рекомендаций, которая, по моему опыту, на сегодня хорошо работает и в плане доп. Продаж услуг, это Retail Rocket. Наш московский студент Николай Хлебинский сам самостоятельно разработал. Часто используется для рекомендаций и в плане там,
консалтинговым услугам, поэтому обратите внимание. Вся аналитика Рунета, по которой вы можете сделать какие-то выводы, на сайте DataInsight представлены, заходите, посмотрите, почитайте, очень помогает понять вообще состояние рынка на текущий момент в интернете. Ну и, собственно, хочу обратить внимание тем, кому интересно задавать какие-то мне вопросы. Я на Фейсбуке Ксения Хизова. Мне можно уже, к сожалению, нельзя добавиться в друзья, достиг там лимит 10 тысяч. Можно написать, можно добавиться в подписчики. Я всегда на какие-то оперативные вопросы, если после лекции что-то нужно пояснить, отвечаю. Пожалуйста, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, с удовольствием какие-то моменты проясню, если нужно будет там на примере нашей же презентации дам какие-то комментарии. Вот. Ну и, собственно, хочу еще раз вернуться к началу нашей лекции и хочу сказать, что большое количество каналов, большое количество привлечения трафика, это, конечно, классно, да, это, конечно, круто, это, конечно, хорошо, но вот на первый слайд пытаюсь перевеснуть, не забывайте, что всю стратегию, всю работу вашей стратегии задает вот эта вот первая отправная точка, когда вы отвечаете себе на 4 стратегических вопроса, с которым вы работаете. Правило 4 WN работает лучше всего в плане выстраивания грамотной стратегии. Вот, пожалуйста, еще раз вам перелисну на этот слайд. Правильно планируйте свой проект, правильно сегментируете аудиторию и представляете свой товар в едином касании с клиентом по всем точкам. На этом, собственно, основная часть все. Сейчас готова ответить на ваши вопросы. Что делать и что не так, если много выбранных товаров, наполненных, но не оплаченных в интернет-магазине? Это значит, что у вас неудобные корзины. Ну вот просто берите, смотрите его пизер, и брошенные корзины – это неудобные корзины. Это неудобные корзины, и это отсутствие работы по возврату. Скорее всего, это неудобный процесс оформления или сложный процесс покупки. Здесь 100% что-то дело вот, в механике интернет-магазина. Есть такой инструмент, как веб-визор в Яндекс.Метрике. Смотрите запись посещения клиентов, увидите, какие кнопки неудобно нажимать. Может, что-то на сайте не дорабатывает. Тоже такое может быть. Что при работе с партнерскими сетями? При работе с партнерскими сетями влияет на уровень конверсии. При работе с партнерскими сетями вам необходимо разрабатывать много дисперсное, да, много сегментированное предложение товарное, чтобы тестировать это товарное предложение, и если у вас есть прямые ссылки на сайт, оптимизировать страницу перехода. То есть если вы работаете с партнерками, не нужно делать единое предложение для всех. Делайте и оптимизируйте свое предложение, исходя из той целевой аудитории, которая у вас есть на данной площадке. То есть если у вас целевая аудитория там, у одного партнера может быть ценнее, особенно если у другого партнера, это может быть другой портрет целевого клиента. Если вы неправильно сегментировали вашего целевого клиента, неправильно написали заголовки, адаптировали рекламные кампании, соответственно, итоговая эффективность, с которой вы работаете, будет гораздо ниже. Вот при работе с партнерскими сетями важно эти моменты учитывать и опять-таки глубоко залезать в аналитику ваших потенциальных клиентов, посетителей ресурсов вашего партнера. Коллеги, жду еще от вас вопросов. Может быть, что-то осталось непонятно по итогу лекции. Контент-маркетинг – это хорошая история. Контент-маркетинг помогает, во-первых, привлечению клиентов к каналу SEO, во-вторых, помогает по привлечению прямых вхождений, если вы действительно сеете хороший контент. Контент-маркетинг начинает приносить эффективность на 4-6 месяце работы. Соответственно, вы должны оценить, насколько у вас увеличилось количество прямых вхождений, насколько у вас увеличился канал по трафик по каналу SEO-продвижения, потому что это напрямую влияет на позиции сайта, да, на наполнение контента. Количество брендовых запросов, когда люди просто напрямую ищут ваш сайт, чтобы получить какой-то ответ. Все вот эти вот характеристики складываются в единое целое, из них формируется, соответственно, общее видение эффективности канала, отслеживается вот именно рост по этим позициям, и с учетом затрат на контент вы понимаете всю структуру формирования. Коллеги, я еще раз напомню, что меня можно найти на Фейсбуке, если вы сейчас, допустим, не смогли сформировать свой вопрос, задать мне этот вопрос на Фейсбуке. Я на сегодня рассказала вам максимум
того, что хотелось бы сказать по каналам лидогенерации, по общей стратегии, если нужно точно посчитать количество лидов. Смотрите, еще раз, прямые вхождения, SEO,